Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре продукт под названием Саркози. Как вы понимаете, делает его Коля из Краснодара. У него есть свой блог, ссылочка будет в описании. Снимает очень прикольно, смешно, красиво. Буквально, наверное, год назад он выпустил продукт под названием Саркози. 100-граммовая упаковка, соответственно, 100 граммов табака у нас внутри. Давайте посмотрим, как это выглядит. Приходит к нам все вот в таком вот полиэтиленовом пакете. Здесь есть надпись, это Holz. И на этом все. Сама упаковка мне, если честно, не особо нравится. Она неудобная, потому что в кальянных использовать ее, в принципе, нереально. И на полке это тоже как бы поставить трудно. Если, например, у вас есть кальянный магазин, вы сталкивались с этой проблемой, то, что вот так вот их, в общем, не нашпиговать витрину. И это все надо класть, соответственно, вот так вот. Занимает очень много мест. Не все витрины большие. Нельзя вот так поставить 16 вкусов для того, чтобы было понятно, что мы продаем, что вот вы хотите приобрести. По поводу именно этикетки. Тут холст, тут виноград, например, малина, да, и так далее. Тоже не особо приятно выглядит это все. Лучше бы сделали какую-нибудь картинку именно с обозначением вкуса. Если это холст, нарисовали бы холст. Если это виноград, грость виноград, грусть винограда. Грусть это, да, это гриб. Вот. Сам продукт мне дико вкатил. Почему? Потому что он похож реально на северный. Как вы знаете, я дико люблю северный. Один из лучших продуктов сейчас, который есть на рынке. Он реально похож. Если вы возьмете, например, гранат и возьмете гранат северного, то сразу типа почувствуете эту нотку граната, гранатового сока. И если вы курили северный, вы сразу поймете, что это тот же самый вкус, что от компании Северный. В линейке, как я уже говорил, 16 вкусов. Из топовых я вам сейчас расскажу, какие. Манго, маракуйя, смородина, виноград, розовый грейпфрут, банан, вишня и гранат. Сам лично Коля Саркози сейчас катается по стране, поедет в Нижний Новгород презентовать свой продукт, активно его продвигает и так далее. Если мы возьмем упаковку и сзади прочитаем, написано «Изготовитель ООО «Матрешка табака». Если мы зайдем на сайт «За честный бизнес», вот он, введем ООО «Матрешка табака», высветится, что Коли в этой организации нет. То есть Коля именно это лицо бренда, лицо, которое продвигает продукт, изготовитель и учредитель компании, учредитель именно Саркози табака, является Максим. С Максимом я, по-моему, не знаком. По поводу матрешки. Матрешка исчезла с рынка где-то год назад, и я курил этот продукт еще на Джон Кальяне, на первом Джон Кальяне, который был в Москве. Они взяли небольшой стенд, и я вам скажу, что мне дико не понравился продукт. Он сильно тыхашил, безумно тыхашил, непонятная нарезка была. Видно, что ребята пошли в этот бизнес, не зная основ именно варения табака. Мне так это показалось, потому что если вы сейчас возьмете все, что выходит у нас на рынке, это, я не буду называть, в общем, бренды, но они все одинаковы. Берешь табак, берешь глицерин, берешь сахар, берешь аромку Штокмайер, все это смешиваешь, не варишь, либо варишь, без разницы. И получается одинаковый продукт, как у всех. Вот именно сейчас такая тенденция, я сейчас это очень сильно наблюдаю, что все продукты одинаковые. Если брать Саркози, то он похож на северный, но у северного есть свои вкусы, например, да, тот же самый фейхоа, либо там халва, либо что-то еще, брусника. Если брать Саркози, то тут есть такие вкусы, как, например, холст, маракуйя и так далее. Я курил маракуйю, мне она напомнила что-то отдаленное, наверное, от маракуйи, перемешку с каким-то виноградом, что-то типа такого было. Это не чистый вкус маракуйя, но однозначно это, наверное, один из лучших солом маракуй, который сейчас есть на рынке. Если брать отдельно маракуйю, мне очень нравится Pine Pass от компании Tangiers. Если вы знаете, был такой табак в колбасках, назывался Blue Bee, синяя пчела. У них была прекрасная маракуйя, жалко, сейчас этот табак не продается в России, но маракуйя там была просто бешеная, лучшая на рынке, которую вообще пробовал на тот момент. Давайте сейчас вместе с вами забьем табак Саркози, посмотрим на дымность, на вкусопередачу, на крепость и так далее. Смотрите, забивать не будем на турки от компании Cosmobol. Если вам нужна турка с вашим логотипом за 150 рублей от 100 штук, ссылочка в описании, переходите, заказывайте. Специально для вас, только такая цена и только сейчас. Забиваем мы дыню, манго и смородину. По поводу дыни расскажу вам. Дыня очень сильно пахнет, дыня от Альфагера, очень сильно похожа. Чем-то напоминает дыню-торпеду. Есть, знаете, торпеды, колхозницы, какие-то другие разные. Вот именно эта торпеда. Забьем его на дно немножко.
совсем немножко, граммов, наверное, 5. Дальше возьмем манго. Это зеленый манго, похож на манго от компании Авзал. Авзал, мне манго не нравится, почему-то все люди кайфуют от Авзала от двух вкусов. Это от трех. Это манго, это апельсин и панрас. Все вкусы мне не нравятся, кроме панраса. Панрас можно курить. Немного манго сверху. И так как я люблю северный смородину, я добавлю сверху смородину. Это черная классическая смородина, чем-то похожа на северный, но есть свои определенные нотки, которые отличают этот продукт от всех на рынке. Вот так просто мы забили чашку, мы не будем делать колодец посередине, поставим просто колодку и поставим угольки. Ну вот у нас, друзья, раскурился саркози. По крепости. Это абсолютно легкий продукт, именно вот с этой забивкой. Он даже не в средней крепости, он ниже средней крепости, где-то на 4. Если вам нравятся легкие продукты, вам однозначно зайдет. Если у вас есть северный, например, да, гранат, и он для вас крепкий, берете гранат от компании Саркози, смешиваете 50 на 50, у вас получается чистый гранат, при этом не такой крепкий. Я скажу, даже, наверное, идеальный. По поводу цены. Табак за 100 граммов на полке стоит 800 рублей. Ну и давайте напоследок подытожим. Сам продукт очень классный, упаковка плохая. Если изменить логотип, изменить название вкуса, также изменить саму упаковку и пакетик внутри, который идет, то мне кажется, этот продукт будет один, наверное, из лидеров рынка, потому что по крепости он 4, 3, даже, наверное, 5 при правильной забивке. Вот. И также хочу отметить, что вкусы не химозные, а естественные. Химозные вкусы такие, например, как у щербетли. Почему всем девочкам нравятся щербетли? Потому что там очень сильно химозный вкус. Если берете яблоко, это как зеленое яблоко из газировки. Если берете малину, там, либо, например, дыню, это вот будет по вкусу как газировка именно, да, либо какое-то мороженое со вкусом дыни. Данный вкус естественный, приятный, дымный, некрепкий, вкусный, идеально для микса, идеально домой покурить. Больше о данном продукте сказать ничего не могу. Спасибо большое, что смотрели наш блог, подписывайся на наш канал, ставь лайки, не забывай комментировать и напиши, курил ли ты Саркози, либо нет. Ну, а также можешь написать, смотришь ли ты блог Саркози. Спасибо большое, пока.